Ежегодно по поручению главы государства в связи с тем, что была принята программа 7-20-25, была увеличена сумма на подведение инженерной коммуникации. Если ежегодно мы 80 миллиардов планировали, то с 2019 года до 100 миллиардов довели данную сумму. Кроме этого, вы знаете, что в рамках жилищного строительства у нас строится арендное жилье без права выкупа для очередников местных исполнительных органов. Очень много поступало предложений о том, чтобы увеличить объемы строительства по данной программе. Поэтому правительство нас поддержало. Если мы ежегодно на реализацию строительства арендного жилья без выкупа планировали 25 миллиардов тенге, то эту сумму сейчас увеличили до 35 миллиардов тенге, то есть будем гораздо больше строить жилья по этой программе.